То есть смотрите, да, увидели обратный флаг, движение. Раз, сразу, смотри сам. Оп, контроль. Видите? Движение. Раз, контроль. Значит, первое, то есть мы как раз, видите, все. Под движение руки, первое, что смотрите, видите. Вот видите, реши. О, то есть его задача. О, что мы успеваем делать? О, видите? Дальше, мы не блокируем руку, то есть не вставляем, потому что он телом все равно сметет. Сметет и переведет удар сюда. Будет что? Мы его раз, переведет, перевели его и все. Дальше. Мы его ап, если он будет блокировать, его раз, вот он опять будет здесь. Поэтому движение рука, она свободна. Она выскакивает туда и работает под его давлением, так сказать, да? То есть первое, что мы убрали, вот контроль. Бах! Ломаем его. Контролируем. Пока он падает, контролируем ему руку. Потому что когда человек падает назад, у него инстинктивно происходит взмах руками. Когда мы раз, видите, происходит взмах. И он не попадает, когда он падает, он не попадает. Сам сюда. Но не в этом суть, чтобы его завалить. Суть в том, чтобы уйти от этого удара. Оп, ушли. Уже ударил, уже сломал. Ух ты! Вот здесь. Смысл? Опять, защита и маятник, то есть инстинктивная защита. Оп, видите, контроль, все, видишь, я вернулся. Смотри, что произошло. Оп, я вернулся. Я, видите, на нем. Я им проконтролировал. Дальше. Можно бить отсюда, но я бы сюда ударил. Я бы сначала ударил сюда. Потом с ним легче разбираться. То место, которое вообще не ожидает никто. Вообще практически никто. Итак, он стоит. Раз. Дальше, видите? А дальше вот контроль. Видите, какой контроль происходит? Да. Видите, какой контроль? То есть с переломом конечности. Дальше он падает здесь, мы его контролируем. Всем телом контролируем. Всем телом. Этого уже в руках не будет. Это он сейчас в руках. И когда мы со стороны смотрим, кажется, но он в руках, он еще может и пырнуть ногу, или там пырнуть, уже ничего никто никуда не пырнет. Уже вылетит вот здесь. Уже он здесь. Уже там все вылетит. Понимаете? Все везде под контролем. Здесь. Все под контролем. Старайтесь не отпускать далеко. Ушли, пришли. То есть первое, что естественно мы работали, да? Что от боковых ударов просто. Потому что смотрите, удар ножом. Оп. Бери нож. Нет, ты просто делай, бери нож. Видите, это все то же самое. Только здесь нож. И у нас не хватает, например, если удар очень быстрый, то у нас просто не хватило бы времени. Там можно и нырок сделать, то есть это не вопрос. Можно и нырок сделать. Здесь вариантов очень много. Но мы вот на этом сделаем. Внимательней. Там! Ух ты! Нам вот что сделать. Оп, контроль. Видите, мы на нем. А, ух ты! Я сейчас стоял. Мы сразу идем за ним. Сразу идем за ним, не стоим. И тут же. Тут же, видите? Тут же здесь. Руки кинули, подставили, потому что от бокового удара мы, как вариант прошлого занятия, помните, отрабатывали с переборками, да? То есть мы, оп, то же самое, видите? Раз, все, выставили ручку, опа, мы вошли. Понятно? Входим как в голову, так и в пах начинаем, то есть во всех уровнях работаем. Поехали. Yeah!